Маломобильным людям к железнодорожному вокзалу не пройти. Автоматизированные подъемники, установленные в самом центре города, до сих пор не работают. В начале июня аппарат проверили активисты общественного движения «Доступно», но спуститься в подземный переход им так и не удалось. Напомню, подъемники были установлены весной 2018 года. Это один из проектов общественного бюджета 2017 года. Он назывался «Доступные и безопасные подземные переходы на железнодорожном вокзале». Но даже 3 года спустя подъемники так и не заработали. Жодна кнопка не працює. Тому ви розумієте, що це фігня, купа грошей викинуті на вітер. Ті, хто популяризують такі підйомники, припиніть це робити. Популяризуйте наземні переходи, зручні для всіх і кожного, які зможуть скористатись кожна людина.